кресел отличный работник культуры Приднестровья Алина Лилявина и Юлия Полилова. Дорогие друзья, на сцене солисты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, заслуженный артист Приднестровья Артем Демченко и отличный работник культуры Республики Оксана Ескина. Встречаем! Забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Понад зорями рассветными, над полями плодородными, малой птахой неприметною летишь туда, где ждет тебя и светлая, и грустная, цветущая, поющая, родная приднестровская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Что есть в мире вечное, неподвластное бегуней. Ты спроси меня, и отвечу я,
сердце земли моей. Речка безымянная, льется лето серебристою. Окунусь в росу медвяную, вересковую, душистую. И проснется нежность давняя, вспыхнет сердцем тихим пламенем. Здравствуй, я скажу желанная, знает, ты давно ждала меня. И светлая, и грустная, и идущая, поющая, родная приднестровская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное беду дней, и спаси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Что и есть в мире вечное, неподвластное бегуне. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Оксана Ескина. Артем Демченко. Спасибо. Друзья, еще одна прекрасная песня для всех вас. Кто знает слова, поем все вместе. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Идем с конем, по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. Никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Место.
Заслуженный артист республики Артем Демченко. На этой замечательной ноте, с прекрасным настроением, с верой в наше общее счастливое будущее, в дружбе и единстве братских народов, мы говорим друг другу с праздником! С верой в наш народ и его силу, с именем Приднестровской Молдавской Республики на устах, вместе с Россией, мы желаем вам благополучия, дружбы и счастья. С праздником народного единства! С праздником Приднестровья! Я знаю.
Солистка оркестра Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, отличный работник культуры Елена Селиверстова. Уважаемые друзья, дорогие приднестровцы, приглашаем вас посетить сеанс документального фильма «Форпост на Днестре», который состоится в 17:30 в бордовом зале киноконцертного комплекса «Тирасполь». Вход свободный. С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства!